Итак, добрый вечер, уважаемые любители киберспорта, с вами студия операторов танков онлайн, и мы вновь транслируем для вас МЧ. На протяжении сегодняшнего вечера, первого поединка, освещать его будут я, Бёрн, и мой коллега, сегодняшний коллега Бес. Привет, Бес. Да, привет, Бёрн, привет зрителям, рад всех видеть. Да, ну а находимся мы на карте ОСА, где коллективы Arm Power и Вавилон будут выяснять отношения в формате Light. И давай тогда сразу пройдемся по составам. Ну давай, хотя они будут еще, я думаю, немножко меняться, но все ну, же. Ладно, Давай. Спрогнозируй тогда состав Вавилонов. Вот ты как опытный. Ну давай начнем все-таки с армпаверов. Их состав выглядит как-то более сбалансированный и точно. К тому, более что завершенный, мы видим наверное. В основном, да. Раунде. Ну, давай. То есть это Wait and See, Кирюха, аниматический, как все, АФК, секретный, The Last Hero. В таком составе я предполагаю, что и останутся они, но тебе предоставляю слово для озвучивания состава Вавилонов. Хотел я сказать, что Вавилоны сейчас демонстрируют нам свои дисциплинарные способности и красивенько строятся на центре, но... На момент, когда я начинал это предложение, их было только два, так что ничего не знаю. Но по составу Вавилонов, если смотреть на оставшихся на карте игроков, это Face, One, Barem, Direct Hit, Easy, Golden Koi, я не думаю, что будут какие-то замены, разве что VAR выйдет на карту. Не знаю, импонирует мне данный игрок по прошлым встречам. Во всяком случае, он как-то интересно играл, знаешь, вот нестандартно. Это все, что я могу сказать о Варе. Ну а так, в принципе, довольно сильный состав у Вавилонов. Все те же Скорпионы, Изи, Директ Хит и... Что ж, видимо, в таком составе они и останутся. Так, ну а мы нашим зрителям скажем о том, что в нашей группе проходит голосование, и у вас есть шанс еще проголосовать на протяжении первого раунда, так как голосование было запущено поздно по некоторым причинам, которые мы называть не будем, но все же мы приглашаем вас оставить свой голос за фаворита этого боя. Да, и по итогам этого голосования, если зрители, то есть вы окажетесь правы, мы дополнительно в конце этой трансляции разыграем 5000 кристалликов. Так что зайти в группу, я напоминаю, что это vk.com/operator_to, явно стоит, и халява будет больше, если вы угадаете. Ну а на протяжении первого раунда вы можете присмотреться к командам, это для вас такая уникальная возможность, и сделать свой голос более таким взвешенным, что ли. Ну и да, сразу, да. Пока мы тут с тобой разглагольствовали, у нас уже начался раунд, и я вижу довольно активные действия от Рампауэра все-таки, потому что Вавилоны просто в дефе все, смотри, вчетвером. Ну нет, как активные действия там Армпауэр? Было просто массовое выдвижение до дропа на фабрику, и игроки Вавилона просто немножечко не скоординировались при этом заходе, врезались друг в друга, и, собственно, Армпауэр их всех расстреляли. И поэтому они просто с респа, сейчас же как раз первый дроп, его нужно контролить. Вот смотри, Фейс уже на фуле влетает, сбивает АФК, убивает киллерой, сейчас на фабрике будет проблема. А тем временем Баре. Что делает Баре? Он везет флаг прямо на центр, его там встречают пока только игроки Arm Power, но есть и тиммейт, и Изи на ДДшке будет его прикрывать, Директ Хит тоже рядом. Ну вот смотри, за счет не нестандартного увоза секретный не сразу смог подключиться к возврату, и Изи выдает сквозную рельсу, отлично. Не матерись как все, правда, но не... Да, ДД сейчас в деревне, и, видимо, благодаря этой рельсе он вернет. Но, слушай, вот это была опасная и нестандартная траектория, она поспособствовала дальнейшему увозу на центр, и смоковод Arm Power не сразу среагировал. Возможно, в конференции был хаос, как и обычно. И ребята не поняли, куда флаг уходит. Да, перспективненько так зашли в Вавилон, и я думаю, это не последний их выпад уж точно. Они, я вижу, настроены очень серьезно, хотят брать очередные 3 очка, они, конечно. Ну, конечно, видишь, ОСА такая карта, где все очень сильно зависит от дропа, и вот как раз-таки первый дроп, можем уверенностью сказать, что остался за Вавилонами. Фейс превосходно, конечно же, отработал на фуле, навел шороху на левой для них части карты, и вот смотри, опять Фейс на пару с директ-хитом выдвигается на фабрику, в то время как 4 синих танка у нас на правом для Вавилона фланге. И что будет? Кто победит, как ты считаешь? Я считаю, именно вот в этой зарубе победят сейчас. Да, именно в этом микропротивостоянии на флангах. Сейчас именно Вавилоны превзойдут, потому что Директ Хит уже поднимается наверх, его Голден Кой на ДДшке прикрывает, хотя там АФК есть, киллеро. Ну блин, пока ты задавал этот уточняющий вопрос, эта ситуация уже успела закончиться, и это было немножечко нечестно с твоей стороны. Все так и задумано, да. Ну ладно, ну вот видите, ребята, судьи киберспорта, они всегда очень взвешивают свои решения и говорят только наверняка, так что можно с уверенностью заявить, что киберспорт в хороших руках. Ну а у нас тем временем на карте близится таймер выпадения второго дропа на этой
карте, и вот смотри, Бареф опять нитра, да, будет заходить через право. Я напомню, что именно он дернул флажок в первый раз. И если фул для фейса в этот раз... А, нет, фейс уже на фабрике, шикарно. Они будут... Они уже отконтролили дроп оппонента, и сейчас хотелось бы, конечно, еще забрать ДАшку, но там секретный на ДА, да? И... И Бареф уже точно не увезет флаг, он в минусе. Да, и Бареф абсолютно точно не увезет флаг, но... Вот... Смотри, Бес, в последнее время сформировалась такая тенденция, что у нас на лайте большинство коллективов используют смоку именно как дефящую пушку. Ну, то есть, ну, ладно, может быть, не профильного дефера, но как пушку, которая срывает атаки своим оппонентам. Как ты считаешь? Да, это заметно по фейсу. Он сейчас очень часто заходит в противоход атаки своих оппонентов. Так же самое, в принципе, как и секретный, он идет именно... Ну да, то есть... И вот именно эта традиция сформировалась после обновления того момента, лайта, когда да, после обновления лайта, когда у ребят перестали использоваться ресисты от смоки, и смок буквально в соло может дефить 2-3 танков нападающих. И не считаешь ли ты, что это дисбаланс немного? Знаешь, по этому моменту у многих игроков расходят сомнения, точно так же, как и вот судьи прямо сейчас тоже. На трансляции ты можешь ответить на все интересующие нас вопросы. Хотя бы убрать 35 со смоки. Ну, то есть, чтобы смока не могла одевать резист от рельса. А то, ну, это как-то слишком жестко. Ты не находишь? Ну, обязательно будет проанализировано все, что происходит на карте сейчас на МЧ, и будут сделаны какие-то выводы, и обязательно что-то последует за этим. Либо, если выводы сделаются, это какое-то, будет какое-то логическое объяснение этому. Ну и вот смотри, сейчас очередное выдвижение от Фейса на левый фланг при поддержке Golden Koi. И Фейс вот просто в одиночку развлекает двух-трех игроков Arm Power константно. А вот его атакеры, точнее атакеры... Его команда не справляется со своей задачей, во всяком случае, таких супер опасных моментов пока что мы не видели, за исключением, конечно же, первого воза от Барева. Но Arm Power в большинстве своем находится в пределах собственного флага, и не спешат они выходить со собственной базы. Его сейчас Golden Koi заходит на ДАшки, что же будет дальше? Он будет брать еще чужую ДАшку, и вот тут вот АФК должен разбирать его, потому что Фейс пока не замечает. Не, ну как, АФК его... Golden Koi как минимум выдержит еще одну рельсу, а то и две, если ему сильно повезет. Нет, только одну рельсу, но уже есть встреча от Барева. А вот атака Arm Power только-только начинается, и смотри, все респы слева. И сейчас Direct Hit будет отсекать весь перехват, будучи на ДТшке в центре. Отлично выдается рельса по-секретному, и главное слить смоку, потому что смока все-таки огромную опасность представляет на данном перехвате. И вот нет, тут, один тут кирюк уже, по-моему, остается. Да, это же безусловно никто не мешает будет ему. Флаг. Безусловно, будет флаг. А, возможно, кстати, сейчас получится неплохая атака вторым темпом. Не матерись, как все, и АФК сейчас заходит на базу к Вавилонам. Но нет, АФК сбивает рельсу, и тут как тут фейс. Вот посмотри, даже дашная рельса не может ничего противопоставить этой пушке, промахнувшись единожды, она просто обречена на срив. Кстати, я заметил, что секретный не использует модуля от рельсы. Ну вот это фейс, очень но... зря, очень зря. Для Arm Power, возможно, конечно, у секретного нет этого модуля. Ну хотя, подожди, нет, он чемпион, это же бред какой-то. А тем да, временем, у него даже киллеру... чемпион есть, а модуля не может быть, да? Ну, знаешь, жаловались Arm Power частенько на отсутствие гаража, хотя им выдали 30 миллионов кристаллов, но, казалось бы, можно было бы хотя бы чуть-чуть улучшить свой гараж, но, видимо, не хватило 30 миллионов. Это, кстати, еще один повод задуматься для того, чтобы в следующем Master of the Sword увеличить призовые. Вот, видишь? Ну, то есть надо еще накинуть по 250 тысяч на игрока, чтобы они купили модули. Да, или запретить им покупать XT вооружение. Потому что, посмотри, они повсеместно катаются в XT-пушках, но вооружение на хард должного не имеют. Но эта атака была обречена на провал. Там Вавилоны довольно четко отфокусили всех заходивших на... Красный флаг, и вот, собственно, возвращаемся мы к стандартной ситуации на осе, где красная база выходит в очередной раз победителем, во всяком случае, за 2 минуты до конца. И пока что никаких предпосылок к хорошему увозу Arm Power не создавали. Вот сейчас, правда, секретно будет уходить на нитре, но он всего лишь на одну рельсу. И сейчас хотя бы одному из деферов, например, Golden Koi, неплохо было бы обернуться на флаг, не считаешь? Было бы неплохо, но он этого не сделал. Флаг пока еще лежит, в принципе, на центре. Не матерись подберет, но под скреп я не вижу.
Да, нет, но флаг будет возвращен в любом случае, потому что Golden Koi, как же он все-таки долго живет на этой фабрике, и Armpower просто не могут сделать организованную атаку, пока у них на собственной фабрике, на собственных респах околачиваются два корпуса оппонента, то есть фейс и при поддержке одной рельсы чаще всего. Но вот секретный сейчас берет двойной дроп, ДДА будет он выдвигаться, как обычно, по своему флангу. Хотя нет, он перемещается ближе к центру и будет, Ну наверное, да, это помогать в атаке. логично, потому что Armpower сейчас нельзя дефить, им нужно выдвигаться в атаку. И вот теперь хорошая атака от армянского коллектива. Киллеро не сливает дефера, но с этим справился секретный. Сейчас разобрать смог, отлично, крит. Справедливый крит, я считаю. Но если Кирюхи секретный на одну дефить. рельсу, надо уже как-то брать флаг, а то всех разобрали, а брать некому. Но Кирюха Как-то все-таки слишком подбирает. долго мешкались ребята из синей команды, и сейчас Уан попадет. Не попадает, там был довольно трудный прострел. Я не знаю, зачем Ван на него решился, но... к современные реалии в быстрой перезарядке рельсы это позволяют. Но вот смотри, флаг уже довезен до фабрики. И действительно, это неплохая заявка от Армпауэр на сравнение счета. И Изи возвратил флаг. Да, Изи очень долго выжидал в тылах этого завоза на эту позицию и выждал все-таки, убил Верну, молодец. Таким образом, счет все еще 1-0, а до конца раунда 20 секунд. В принципе, можно Ну, это счет... констатировать победу Вавилона в этом раунде. Да, счет сохранится, если, конечно, Киллерой сейчас беспрепятственно не покинет базу красной команды, чего не случилось, конечно же. И Изи, слушай, ну вот это было здорово, мне понравилось, вот прям. Я следил за увозом этого флага, так можно сказать, от первого лица, и вот этот внезапный врыв с тылу, он прямо впечатлил, знаешь ли. Такая грамотно занятая позиция этим игроком. Ну вот, виден Ну опыт, как? знаешь, виден опыт. Все-таки Ну, знаешь, ГТшник там, бывший. мне кажется, Армпаверы могли этого игрока заметить, увидеть, передать инфу, и тогда бы, возможно, ВОЗ пошел бы другим путем, и, возможно, была бы доставка, но Армпаверы этого не сделали. Да, ну а пока у нас перерыв в матче 1,5 минуты, можем обсудить сильные и слабые стороны осы. Вот смотри, была забыта данная карта на протяжении долгого времени, и вот сейчас она вновь врывается в киберспорт, скажем так, с последними блицами. Чем вы руководствовались, добавляя эту карту? Честно говоря, для меня было удивлением, что карта была включена в моппул, как и Блицов, потом и она была на Мастерство за сорт, если не ошибаюсь, теперь уже на МЧ, и, честно говоря, она, по-моему, оправдала себя, довольно интересно смотреть бои на ней. Ну вот, видишь, я позволю себе вставить свои пару копеек. По данной карте интересно, она, безусловно, смотрится, например, в лайте, где есть резист. Но, допустим, в ХРВР она как-то очень-очень статично, что ли, смотрится. Слишком трудно на харьках, которые выдерживают максимально 3 рельсы, ну, в лучшем случае 3 рельсы. Точнее, не в лучшем случае, ну ты понял меня, да? То есть Да, она стандарт выдержит выдерживает две три рельсы, но рельса. если повезет, то три будет. Да. Ну, короче, очень трудно увести, вот что я хочу сказать. Да, Особенно за синих. именно поэтому счета на этой карте довольно невелики обычно. Но все же карта, как по мне, довольно интересная. И ее зря забыли в свое время. Ну, ее забыли, потому что убрали викингов. Викингов и хантеров. Вот с хантером все-таки ты берешь, допустим, фул. И тогда реально зайти там всех разнести. Но у нас тем временем начало второго раунда, и что, прогуляемся мы в конфу к какому-то клану или нет? Прогуляемся обязательно. Я хотел бы зайти в первую очередь к Рампаврам. Мне сейчас, как ты говоришь, за более сильную сторону, на твой взгляд, можно послушать, как они координируются именно там. Да, давайте идем к Карпауэр. Да, я их оповестил в чате вообще в общем, и можем направляться именно к Рампавр, да. Я его Окей, да. салю вас слышу. Там Справа смоку. смока еще. Здесь биты. Справа смоку слили, нет? Стрелов зайду, ребят, помогите. Смотрите, у них дашка падает. Я зашел, давайте, помогите. Кепка на одну. У нас смока по респам катается. Смока на сколько? Смока на краю кровати. ТТ заберите. Давай, смотрите ДТшку на кемпе забирайте. У них дашка. Дашка давай, сейчас давай, будет. Кирюха, давайте в атаку. Я ДТ пойду заберу, короче. Я давай сейчас заберу кемпире. центр, Кирюха, оставь. У них дашка. Окей, я ставил, окей. Минус смока, один. смока, ребят, где? Я на 2 не буду. Я на на нитре куда? буду еще. У нас я не забрал, давай, сделал. давай. С под моста буду на смока нитре. давай, ребят. Возите направо, возите.
Дал смоки, а нет, урон. Дал смоки. Я на поле сейчас слева. А, на дашке. Кирюха, корпус. Саня, давай, иди кил, скиль пай. Киллер там дашка, киллер. Корпус, я не знаю, кто на двойных. Ребят, мостом двойный. Блин, смока справа. Я дал смоки. Еще одну. Флагман горой, мне трава еще зашел. Окей, я посмотрю. Еще битый, право, право два. Все, я лево держу, я фуловый. Я дал, все смоку, я в атаку. Кевач, кевач. Давайте атаку. Ты и тримался. Куда вы возите, ребят? Направо вози. Право, право. Скрепи, офни армянский язык, пожалуйста. Я вывожу на центр, вывожу на центр. Вози. Включайте. Да смока там. Кирюха, давай, давай. Да, да встречи нет. Не дал, я его флаг на. Квазный. Кирюха, там бит. У нас флаг слева. Флаг я ходил, флаг. Хорош, берите. Берите, я забыл. Возите флаг, ну. Давайте всё, флаг. Флаг, давайте еще по флагу, ребят. Я солю. Да, давай. Вроде. Да, в атаку еще заходите, в атаку. Слева все. Вас по сью подошло. Лево. А, он не на одну. Дал смоку. Смока на одну. Центр вас. Под мостом на одну. Еще битый, битый. Дал сквозную, ребят. Слева, слева. Не битый, блядь. Я встречу, киллер. Куда ты увозишь? Направо? Я право, да. Мост, ребят, дайте мост. Смока слева. Я лево держу, я лево держу, если. Бас. Там аптека, там аптека, едь на аптеку. Кэп, директ хит, ребята. Центр бит, ребят. С центра на одну заходит директ хит, ребят, смотрите. Дал сквозную, дал сквозную, на одну там вас. Да, вас пику, на одну бы. Еще, давай. Сколько можно резать уже? Аптеку оставил вам. Я возьму флаг, я возьму флаг, я возьму. Ладно, сейчас беру, Аня. Там аптека ей была. Ладно, смока, вы лево, лево держите, лево держите. Смока лево заходит, на двоих. Дал смоке, дал смоке. На одну смока. Иди, иди, иди. Иду. Дал я. Мне падает. ДДшник лево. Мне падает. У них справа дашка. Ставь его. Нет, это, ребят. Хорош. Справа дашка. Там, ребят, слева заходит на флаг. Я увижу. Дашку заберу. Дашку скинь. Ну что можно сказать по конференции? Довольно сильная, импульсивная, ярко выраженная, с восточным характером. Вот такая рабочая конференция, знаешь? Ну, в принципе, мы говорим, что она рабочая во всех конференциях чаще всего. Но знаешь, послушав их конференцию 3 минуты, я не удивлюсь, если инфа о Изи в тех тылах была, но просто за обилием такого флуда она просто не была замечена атакующими, и именно за счет этого Изи и вернул. Как ты считаешь? Да, соглашусь с тобой, вполне инфы очень много, разобрать мне нужно очень сложно, но ребятам удается это иногда сделать, именно поэтому они доставили два флага, пока мы были у них. А еще ну да, вот такой, до конца. Именно на осе за красных может проявиться весь характер огня, то есть они устремились в атаку полностью, всем коллективом, единственное секретное, конечно же, на смоке дефит, то есть видишь, как смока наводит полнейший смокопорядок просто в области той целой фабрики. Ну ладно, этот момент мы немножечко умолчим, но армянский коллектив, они очень грамотно, очень четко заходят в атаку, просто фокусят игроков. Вот правда, с увозом было не так все четко, слишком много мешкались, там врезали стеночки, но сейчас у нас Вавилон увозит и доехали у него до собственной фабрики. Единственное, секретный также будет уходить микроразмен, и сейчас Директ Хит не справляется с выстрелом, и да, секретный уйдет. Слушай, ну вот это разменный, размен на осе, это уже интересно, на мой взгляд. Как ты считаешь, где предпочтительнее держать флаг? Ну, как по мне, предпочтительнее держать флаг именно там, где Борн Туэлла сейчас его держит, потому что на стороне, где флагшток, будет сложнее, там респов поменьше, ну а красным... Я бы посоветовал держать там, где и на секретность сейчас держит. Так делают большинство кланов, и это довольно оправданно смотрится в большинстве случаев. Ну, в принципе, да, соглашусь я с тобой, за тем малым исключением, что лично нам в Этернити было удобнее держать флаг за двойным домом, вот куда сейчас направляется. Не матерись как все, потому что все-таки слишком легко занять деревню игрокам синей команды на размене. То есть, когда их никто не встречает, когда у них большинство респав именно на том фланге, а вот дефер и флагоносец за двойными домами, или чуть-чуть левее за водокачкой, он может всячески этому препятствовать. Но хотя, вот смотри, сейчас Born to Love заходит на... Только да, к сожалению, пока я говорил, ДДшка спала, и это могло бы быть опасно. Опасно. А, кстати, это и будет опасно, потому что You Always Love остается на одну рельсу. И там сразу 4 синих корпуса его окружают со всех сторон. И нужно уходить. Нужно уходить. Нельзя оставлять подавка.
У синего флагоноса тоже проблемы есть, и возможно будет возврат, если Киллеро сейчас грамотно распорядится в рельсу и бьет Уана. Да, это очень похоже на обоюдный возврат. И... Да, так и будет. Ну вот, на мой взгляд, не совсем правильно сыграл игрок армянского коллектива. Нужно было даже ценой своей жизни уезжать вправо от красных, то есть пытаться перенести флаг за белый дом, и тогда, возможно, уже как-нибудь отыграть на позиции. Но он остался на месте и поплатился за эту ошибочку. Но у нас счет сохраняется, да, 2-0. Кстати, флагоносец синих тоже довольно грубую ошибку совершил. На мой взгляд, он сменил место дислокации своего флага на флагшток. Вот там вот его и встретил игрок армян. Ну видишь, видимо, поступила информация от Вавилона, что мы сейчас точно вернем. И нужно было, возможно... Я не обратил внимания, как возвращался флаг красных на свою базу. Я был увлечен синим возвратом, но, возможно, как-то аккуратнее следовало, что ли, выдвигаться, или где его застала судьба. Не получил я однозначного ответа на свой вопрос, но, видимо, где-то возврат был под мостом. Из того, что я видел в последних отрывках возврата. Но у нас Вавилоны пытаются всяческим образом отыграться. Фейс заходит через красный дом. А Уан пошел в открытую. И отлично, секретный уже получает рельсу, получает смоку. И это будет попытка увоза от Вавилонов. За 2 минуты до конца они наконец собрались силами. И Уан на ДАшке, которая, к слову, спадает, уже доезжает до фабрики. Главное сейчас не получить рельсу от Йола и Слова, но он выживает, слушай. И поедет ли он за аптекой? Сейчас можно скинуть и поехать за аптекой, но нет. Рельса Кирюхи 173 с площади приговаривает Уана к смерти. И, собственно, сейчас уже директ-хит на ДАшке. Забирает аптеку, шикарно успевает он. Не хватает буквально одной рельсы армянскому коллективу. И вот уже увоз выглядит уверенным. Фейс да, уже потому что директ-хит везет. Тут его, в принципе, прикрывают тиммейт. И должна быть доставка, поскольку Йолвислав не имеет шансов на подхват. И тиммейты его тоже. Это 2-1, это 2 очка от Вавилонов. И, возможно, будет ничья, потому что Бурнтулав уже подхватил конвейерный флаг. Везет его под изи. Поднимается даже уже на базу довольно быстро, потому что на нитре. Да, ну вот нитра, опять этот коварный дроп. Слушай, бес, а вот вы не хотите запретить нитры? Раз уж вам нравится там, типа, ХРВР. Давай запретим нитры, это будет вообще весело. Это как-то сложно, знаешь. Ну ладно, раз уж запретить нитры у нас... Ну смотри, взял нитру, долитнулся. А то, ну, вот смотри. А то ты армяне... сразу, да? Да, армяне вроде вели, а тут, хоп, за минуту два флага увезли. Ну, чуть-чуть. Так сейчас еще и третий могут быть, если Вавилон хорошенько так зайдут. Да, ну третий может увести и одна, и вторая команда, к слову. Не будем списываться счетом у нас. И Арм Пауэр все-таки Йолвислов сейчас заходит на ДАшке. Да, он заходит на смоке, который нужно всего лишь 5 выстрелов, чтобы отправить его на респ. Ну, возможно, 6, 7, 8, неважно. Но все-таки смока в более выгодном положении. Она в дефе и на 35-ке это рельсы. Ну, задумайся, бес. Я даю тебе почву для размышлений прямо сейчас. Когда мы еще сможем с тобой покомментировать вместе? Да, вот именно, тем более, по слухам последних событий, конечно, я очень опечален твоим уходом из Этернити. Да, ну, видишь, я сейчас, конечно, не представляю ни один клан, и ты не сможешь нам сделать поблажки, но ты запомни, что я говорю, да, и потом сможешь записать это насчет того клана, в который я вступлю. Хорошо, хорошо, обязательно так и сделаем. Ну а есть захват от Армпауэр, правда, времени остается очень мало, и это счет 2-2 останется. К сожалению, для армянского коллектива, да, красную базу не удается реализовать в полной мере, и этот счет заканчивается ничейным результатом. К слову, он мог бы закончиться еще и в пользу Вавилонов. И да, буквально на тоненького, ну насколько я могу судить, вернули флаг экс-красные. И, собственно, сейчас уже у них будут огромнейшие проблемы, потому что я напоминаю нашим зрителям, что если Вавилоны выигрывают в этом раунде, будучи за красную базу, то матч рискует закончиться досрочно с победой 2-0 по раундам. Говорили нашим зрителям, что надо проголосовать в голосовании, и результаты мы сейчас уже озвучим, поскольку остается не так много времени до конца боя, возможно, это будет последний раунд, а наши зрители ждут 5000. И знаешь, совершенно правильно они ждут, потому что абсолютно большинством победителем из голосования вышла команда Вавилон.
Что и неудивительно, Вавилон сейчас занимает первую строчку в своей группе. И я так понимаю, что победа в этом матче гарантирует им сохранность своего первого места. Я правильно понимаю? Наверное, да. И ты знаешь, я хотел еще нашим зрителям сказать такую вещь, что у армпаверов-то там есть небольшие проблемки с Чикасом. Или нет, это у кого? У Вавилонов. А, у Вавилонов есть проблемы с Чикасом, да, я слышал. Они подавали на них жалобу, и из-за того, что там была ничья у них, их это не устроило, но, к сожалению, насколько я помню по той жалобе, результата нет пока, а вот по жалобе от Некстов на Армпаверов есть результаты, и Нексты с Армпаверами будут переигрывать. Да ладно. Один раунд, правда. Переигрывать один раунд. В котором, если армпаверы не сделают ничью, они могут... Если сделают ничью, то они могут проиграть бой и потерять 3 очка, которые им довольно сильно нужны. Ну, сейчас всем коллективам нужны 3 очка, но вот я видел тот момент, да, конечно, Кирюха 1-7-3 там на лаге прошел, но можешь сказать ту фразу, которая стандартная? Лаги — часть игры, да, ты имеешь? Именно, да. Именно эту фразу хочу я сейчас озвучить и из-за одного момента подавать протестный вестерн. Ну ладно, ладно, вам виднее. Все-таки бывали моменты и похуже, скажу я тебе, на которые переигровки не давалось, но Некстам нужно давать шансы. Все-таки очень-очень хороший коллектив, они заслуживают выхода в плей-офф, на мой взгляд. Да, у нас тем временем начался уже третий раунд, и я предлагаю сходить к Вавилонам, не слышали их еще сегодня. Надо обязательно узнать, как они там себя чувствуют. Да, конечно, пойдем к Вавилонам. Сейчас я их предупрежу только, секундочку. Так, все, ребят предупредил, выдвигаемся прямо к конференции к ним. Вавилонам, ребята. Ребят, флаг смотрите. Флаг Питера. И нормально. Мы фабрику держим. Мы не держим, я флагшток их. Ребят, смог на флагшток и дашь мне, походу. Слышишь? Да, вроде. Я буду на двойной. Давай. Дадите смоки штабацкие. У нас ДВшка летит. Я у них ДВ. На аптеку, если можно. Смок обито. Я у них ДД забрал. Молодец. У них тыловая дашка падает, слышите? Да. Я в атаку зайду. Реддл, давай. О, я ДДшно буду, нормально. Да, они забрали, слушай. Я дам ДВшному. Я справа помогу зайти. Центр аптеку проконтрите, я заберу. Там Эдди стоит. Заберешь? Я заберу центр аптека. Эдди, на тебя респонула. Все, Эдди, гоу там. Ух. На флагштоке. На флагштоке ДВшный, у них дафиг. Ребят, где смока? Справа, справа. Меня справа не отвлекает. Борн, вытащи его. Питаюсь. Дал. Хорош. На сколько она? На одну? Я еще одну дам. Смок обидно еще я раз. Думал, собьёт. Он на ДА. Я вижу, я смотрю, что у меня. Я возьму. Еще дал одну. Кто там смок слили, все, увозите. Киллерону одну, ребят. Ладно, нас... Киллерон за... Нет. Все, я встречу, ребят, флаг держите. А что нас здесь трое все? Лево. Двое. На отходе у вас аптека у нас стала. Флажочек чуть подгораем, два харика. Я рискнулся. Аптечку заберете? С меда там вас как-то стоит. Разберете флаг? Смока флаг. Подгораем. Я... Если чё... Ребят, у нас разлом, подожди, падает. Ты угадал? Смоки дам. Смок обито. На одну смока. А еще харёк. Еще один, еще. А столов, брата, смотрите столов. Я гляну, я гляну. Центр васпик. Есть кому дрожить? Изи дал? Я заберу борн. Дашку заберите. Это вас алё. Где ты забери? Справа. Есть то? Не, я не могу. Передаю привет маме. Да, маме привет передает игрок Вавилонов. Это очень важно было сделать. Всегда надо помнить про то, что... Ну а почему бы не воспользоваться ситуацией? Извлечь хотя бы какую-то пользу из захода в конференцию. Все-таки... знаю я, что многие кланы негодуют по поводу нашего с тобой захода к ним в конференцию, но хотя бы какую-то пользу и какой-то приятный момент они из этого извлекли. Спешу я принести свои извинения болельщикам Вавилонов. Не сразу я опознал, что Вар сменил ник на Golden Koi. Мне почему-то казалось, что это Вавилон Контроль. Вначале я сказал, что я бы хотел видеть Вара на этой карте, и он тут присутствует. То есть, извините, я был неправ. Я признаю это. Ну а у нас тем временем, что происходит? Вавилоны успели поставить флаг. Вот смотри, как только мы заходим к кому-то в конференцию, мы сразу пропускаем интересные моменты.
Главное, что мы их не пропускаем, а слышим в конференции какой-то команды, как они взаимодействуют именно во время ввоза, либо когда они теряют флаг, да, это тоже интересно. Ну, собственно, да, я слышал, конечно, конференцию во время увоза, но я, к сожалению, просто вникал в слова, то есть не смотрел на картинку, пытался понять, что в это время происходит, и, знаешь, довольно спокойно на увозе, мне понравилось, как отрабатывали вавилоны, но сейчас у них может быть проблемы, и мне бы хотелось, например, послушать их конференцию сейчас, когда они матерились как все на двойных, взял флаг, переждал, к слову, три рельсы, и уже выдвинулся на фабрику. Знаешь, мне понравилось, как сыграл этот игрок. Не зря в свое время он был капитаном собственного клана. А тем временем, что у нас с выходом на размен? Он будет, скорее всего, если Иван сможет реализовать этот ввоз. Он поддержит, сделает поддержку тиммейта, и он уже вот везет его на размен. Ну, для реализации этого ввоза было достаточно просто попасть по смоководу. Да, это, конечно, трудно, но в упор это сделать не так проблематично, как на средней дистанции. И вот, смотри, уже какие проблемы у нематерись как все. Golden Koi, если мог он отметиться в этом эпизоде, как моим героем, и я бы был очень доволен, если бы именно он вернул флаг в данный момент, но... Там Халагнат ровно очень сыграл нематерись как все и смог убить, но сейчас у АФК небольшие проблемы, Фейс он все-таки убивает. Ну как хладнокровно, знаешь, вот стоя за этим домиком, там такая низкая видимость, что, возможно, он очень сильно рисковал. Я бы на его месте, например, не стал выезжать. Ну вот сейчас, смотри, Армпауэр сделали возврат, и счет у нас становится 1-1. Пропустил я этот момент, надеюсь, ты мне сможешь поведать, как был возвращен этот флаг. Довольно просто все было сделано. Флаг Вилности стоял в одиночку, поскольку остальные тиммейты были на респах либо в других местах. И вот зашли Армпауэры и вернули. Молодцы, смогли сравнять, но этого мало. Ну, то есть там не было какого-то или фейлового момента, или момента. Ну, знаешь, оператором мне не быть. Оператором мне не быть, я это уже понял. Я просто смотрел на АФК, который держал флаг. И просто любовался его передвижениями за домиком, знаешь, туда обратно. Мне нравится такой стиль игры, я все-таки дефер. Это, знаешь, как симулятор дефера. Ты просто стоишь за стеночкой, едешь туда обратно, иногда стреляешь. И да, я что-то увлекся, как он держал флаг, разглагольствуя низкой видимости на той позиции. Как флаг был вернут, его смотри, не матерись как все, может сделать дабл в этой встрече, опять на нитре ДА, и опять стремился он в атаку. Да, получит он одну рельсу от Вара, кстати, очень грамотная рельса в край корпуса, которая сбила траекторию НКВ, но данный игрок уже на центре, и вот если бы он еще не врезался в эту стеночку, было бы вообще все идеально, но он успел засейвиться от смоки, и ой, смотри, как выдерживает. Вот в чем минус 35-ки, но это не мешает НКВ доехать уже до собственных тылов. Опять. Зачем вы так мешкаетесь? Но это будет доставка. Но секретный уже поднялся на базу. Смотри, ему никто не мешает уже, в принципе. Должен доставлять он. Да, он должен был доставлять по более сейфовой траектории, на мой взгляд, через тылы. Как-то он сделал стрёмную дугу через центр. Ну что ж, что сделано, то сделано. Победителя не судят, потому что флаг уже был доставлен. И сейчас... Интрига сегодняшнего вечера. Смогут ли вавилоны за 2.40 отыграться за красную сторону? Смотри, они уже показывали нам чудеса взаимодействия и просто какой-то слаженности, невероятной сыгранности. И увозили уже два флага за минуту 30 где-то. Правда, будучи за синих. Это, кстати, тяжелее, на мой взгляд, чем за красных. И вот сейчас отдефаются ли армяне? Знаешь, мне кажется, будет сложно отдефаться. Вавилон сейчас бросит все силы для того, чтобы не отдать этот ран, потому что, честно говоря, в их конфез такая был настрой довольно очень уверенный на то, что они победят. Они очень хотят этого, конечно. Ну да, как-то вышли они вперед, и смотри, Вавилон не опустил, точнее, армяне не опустили руки и увезли два флага к ряду. Честь им и хвала за это. И вот сейчас Фейс на ДАшке заходит на флаг синей команды. Будет он разбирать в соло-дуэле секретного, но две рельсы от Кирюхи и Киллеру, соответственно, не дают увезти капитану команды Вавилон флажок. Но! Три игрока, теперь уже два, заняли фабрику. Это может быть отличным подспорьем для атаки. Сейчас изи, главное максимально качественно реализовать свою ДДшку, стоя на этой самой фабрике. Смотри, сольет он Кирюху. Да, ну и с АФК тоже надо будет отыграть сейчас в микродуэли, а на базе, смотри, и он справляется, слушай.
Он справляется, все шикарно сейчас делает коллектив Вавилон. Изи в одиночку стоит на фабрике и буквально респит всех своих соперников. В то время как 5 игроков Вавилона устремились в атаку. И слушай, это будет увоз. Да, неприятный, конечно же, сейчас эпизод с Фейсом. Но Golden Koi, тот самый Вар, уже на нитрее, уже уехал. А там остался... Подожди, мне показалось, или там оставался один игрок на дефе? Ну все, Фейс сейчас... Добрый респ от Фейса. Отправит он КВ на респ. Только НКВ хотел помешать, но он шел на респ, и теперь уже вода заходит, есть от Рампауэра, хоть он небольшой, и по моему мнению, Вавилон доставят. Да, это будет вариантов. Абсолютно точно доставка. Вот смотри, сейчас 3 ДДшника в стане Вавилонов, еще и Изи на фабрике стоит. Как все-таки много делает Ред для своего коллектива просто. Вот такой игрок, который умеет выигрывать микродуэли, умеет жить на самых трудновыживаемых местах карты, ты знаешь, как какой-то скалолаз или как Bear Grylls, который всегда может выжить, найдет себе пропитание на любом участке карты. И в очередной раз видим мы, как Изи отыгрывает на этих самых сложных подступах к базе Вавилонов. Это и на Пармис с левой водокачки, и... собственно, на Осеи, на Конгуре, на фабрике. Ну а у нас Вавилоны случайно написали СПС, видимо, не поняли они, что предстоит им еще один сложнейший раунд за синюю сторону, и рискуют они получить ничью в этом противостоянии. Да, как минимум очко они себе уже гарантировали, а вот с Армпауэром стоит за него еще побороться, потому что трешки сегодня им точно не светят. Да, в принципе, это уже приятно, когда ты уходишь с мыслью, что одно очко тебя уже ждет. Но, конечно, постараются утроить свой результат сейчас Вавилоны. И них явно не намерены они довольствоваться всего лишь одним очком. Ну, они сейчас, скажем так, в выигрышном положении. Хоть они и за синюю сторону, как ты говоришь, слабее сторона, но все же у них один раунд преимущества, и свести в ничью будет попроще, чем выигрывать. Ну, знаешь, вот тут тоже такая спорная ситуация. Сейчас, если армяне с самого начала им удастся задавить, как в прошлом раунде, и не допустить таких ошибок на конвейерном увозе, то все может быть плачевно для Фейса и команды. Хотелось бы, конечно, 100% реализовывать красную сторону на Осе. Я думаю, что Вавилоны не сильно довольны результатом прошедшего раунда, где им пришлось, я напомню, отыгрываться за последние 40 секунд до конца. Ну а нашим зрителям следует посылать свою энергию Вавилонам, иначе они рискуют просто лишиться 5000 дополнительных призовых к сегодняшней трансляции. А я напоминаю, что у нас есть группа vk.com/оператор_ТО, где выставляются записи всех прошедших матчей, где вы можете видеть анонсы грядущих противостояний, где проходит голосование, где вы можете оставить свои комментарии и свои пожелания нам, комментаторам, операторам и всей группе оператор СТО, так что подписывайтесь, будет здорово. Ну а да, я напоминаю... Уже проходят делиты, да. Начинается раунд... Я хотел нас с тобой прорекламить, что, как бы, я напоминаю, что, мол, освещают сегодняшнее противостояние я, Бёрн и мой коллега Бес, но ты сказал Делит, и, видимо, Делит важнее, да? Да, и давай прорекламируем тогда уже нашего оператора тоже, показывает для вас Дмитрий 55-й, аплодисменты этому человеку. Да, все лучшие виды осы просто, все самые интереснейшие моменты, даже если для вас в определенный момент был бы интересен, например, возврат, а не стояние за стеночкой, то по объективным причинам был выбран момент именно стояния за стеночкой. Так что не спрашивайте, почему иногда оператор показывает тот или иной план. Так надо. Все обговорено с командами. Я напоминаю, что это договорняк. Как бы все знают, кто куда едет, и все лучшие планы подобраны с нашими консультантами, так что все правильно. Даже такие у них перед боем стрелочки рисуются на карте. Да, 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 конечно. Куда ехать? Где остановиться, насколько? Новым коллективом, что есть такой портал Твидла, куда можно загрузить схемы всех интересующих вас карт и договориться с соперниками заранее, кто где будет стоять, поскольку будет стоять. Как ехать, где мазать и... Да, кто какой дроп контролит и передать вашу договоренность оператору. Да, то есть нам же, как комментаторам, мы же не можем экспромтом вам разговаривать. И мы вот сейчас читаем с бумажки. Да, я читаю не очень хорошо, вы можете видеть это по моей речи, то есть... читаю текст, как читаю, вы уж меня извините.
бабушка там вообще читает. Ну, читает же, в принципе. Так что стать комментатором, ребята, просто. Главное, бегло читать. Да, у нас все время. Ну, смотри, 8.23, это значит, что Кирюха уже заходит на Нитре и встретится он с Golden Coil'ом, который, конечно же, промажет. И вот сейчас Кирюха на выходе. Да, обоюдный выстрел, но Golden Coil первый на рельсе. Конечно, а вот, флага кстати, не будет. Кстати, красный флажочек-то уезжает. Вавилоны очень уверенно везут его. Бурнтула в паровозик, у него есть директ-хит. Куда они поедут, более с его низом или по мосту, сейчас мы увидим. Надо ехать по мосту, да, но сейчас они рискуют нарваться на большое количество прострелов, но нет, директ-хит уже в сейвовой зоне. И вот сейчас мне не очень понравилось, как отыграл НКВ. Да, безусловно, приоритет собственного флага, то есть НКВ, для тех, кто не заметил, поскольку я смотрел на синий флаг, я видел этот эпизод. НКВ, заходя слева для красных фланга, остановился в районе холмика, где вот он сейчас и находится, и дал рельсу налево, но вот с флага. В то время как Golden Coil оставался на одну рельсу, вот примерно как сейчас, и... собственно, это и есть одна рельса, у Golden Coil 6 к 1. Собственно, Golden Coil оставался на одну рельсу и попрепятствовал увозу Кирюхи, если я не ошибаюсь, и вот вышеупомянутому игроку не хватило буквально одной рельсы от НКВ, чтобы увести флаг. Ну а сейчас будет мясо, потому что Фейс на ДДшечке, и он снова на месте дефера, скажем так, он уже раскидывает дамаг по всем и вся. Ну смотри, как Кирюха, он просто увидел Фейса и сказал: «Нет, ребята, с меня хватит, я, пожалуй, зайду через тыл». Да, там три игрока Вавилона, но против трех игроков Вавилонов у меня больше шансов, чем у ДДшней смоки, поэтому пойду он в тыл. Он здраво оценивает свои, скажем так, силы, да? И вот смотри, сейчас НКВ увидит, что выходить на Фейса была ошибкой. Да-да-да, и правильно он ретируется сейчас на центр. А у Фейса, правда, спадает ДДшечка, и... Давай, игнорь его, просто игнорь. Ну вот зачем? Зачем ты теряешь время? А Фейс же прекрасно знает, что ты на ДДшке, и... не дает тебе просто НКВ дойти. Проезжает Фейса, Фейс, правда, за ним, я думаю, стремится, но НКВ спешит спрятаться за домиками и стеночками. Ну там Golden Coil на ДДД, ну вот смотри, он взял ДДД и вернулся на базу. Да, это сейвово, да, это... тактически правильно, но мы-то хотим зрелища, ребята. Мы хотим разменов, динамической игры. Да, половину возвратов мы теряем из виду, но дайте нам шанс. Дайте нам Я шанс. Думаю, динамическую игру и жару, как ты выразился, мы увидим в следующем нашем поединке, который будет протранслирован в 9 по МСК. Это бой Star Warriors против Woodpeckers. Ну, к сожалению, к большущему сожалению... Меня свергли с поста комментатора за то, что я недостаточно бегло читаю. И следующий матч будет комментировать для вас уже другая пара или другой один комментатор? Это пока еще неизвестно, мы это узнаем чуть позже. Ну, другая пара комментаторов, скажем заранее, чтобы вы не рассчитывали, что мы тут будем для вас читать по нашему тексту на протяжении всего вечера. Все-таки смена голосов, знаете ли, она полезна. И заодно вы сможете сделать сравнительный анализ наших трансляций и выдать очень грамотную критику на наш в нашу ВК-группу. Я напоминаю, что это vk.com/operator_to, это такая наша скрытая реклама, пока у нас завязывается атака от Arm Power. И вот, атака достигла своей кульминации. Заходит у нас, видишь, команда красных, и тут же отправляется на респ. Собственно... А потому что все синие, смотри, на базе, просто все. Да, и знаешь, это абсолютно правильно. До выпадения дропа, именно до 4.40, директ-хит по сценарию стоял на собственной базе и потом выдвигался на дашке. Все грамотно распланировали Вавилоны, видишь? То есть танки, они же как шахматы. Сначала один капитан говорит, с отрезкой 6.30 по 7.30 мы выдвигаемся там налево. А другой капитан, он должен предвидеть, что же будет. И тогда он расписывает, что вот директ-хит у нас в это время респится на базе. А потом забирает дашку и возит флаг. Видишь, как Фейс все грамотно продумал? И вот сейчас изи... Братан, аптеку надо было оставить по сценарию, под директ-хит это, а? Ничего, сценарий дописывают они прямо в бою. Ну... Возвращен флаг, Бёрнфлейм... Бортула берет флаг. Бёрнфлейм, да, он молодец, он MVP данного матча, я считаю. Ну вот изи сейчас просто... заруинил момент для собственной команды. Ну, можно было оставить аптеку, не было особой надобности, чтобы ее взять. Юлвейс Лов, понятное дело, никуда не уйдет, а вот флаг Армбауэр уже на фабрике Вавилонов.
И знаешь, что я тебе скажу? На флаг, смотри, и тут доставка должна быть однозначная, потому что разберут они сейчас всех. Ну, Директ Хит, по-моему, не особо понимает, где находится флаг вражеской команды на данный момент. А, да, Born to Love сейчас в красивой, шикарной манере переигрывает возвращающего танкиста, а именно АПК. Но слушай, Вавилоны путь берут через низ, довольно тернисто получается, и Born to Love только поднимается на базу, тут уже им, конечно, никто не мешает. Ну через терник к звездам! Еще становится у нас уже 2-0. Да, если помнить предыдущий раунд, предыдущие раунды Вавилоны показывали, что отыграться на осе возможно. Но я, смотря правде в глаза, осмелюсь утвердить, что Вавилон — это команда не такого уровня, как Армпауэр, и не позволит своим оппонентам увести два флажочка к ряду. Так, ну и мы нашим зрителям уже, наверное, оповестим кодовое слово. Оно будет у нас восклицательный знак оса. Пишите его в чате, и тогда вы поучаствуете в розыгрыше. Я напоминаю, что обязательным условием участия в конкурсе является подписка на наш Twitch-канал. Это зеленое сердечко где-то сверху, справа или снизу слева. А также в случае розыгрыша голдов, обязательным критерием участия является звание, а именно Warrant Officer 1. В противном случае мы просто физически не сможем зачислить голду припас к вам на аккаунт. Но, как сказал мой коллега, кодовое слово сегодняшнего вечера — оса. И разыграем мы для вас 4 голдика, и в случае победы Вавилонов она уже обеспечена для вас на где-то 90%, может и даже больше? Нет, я думаю, 90% это именно то число, доверюсь я твоему. Давай сойдемся на 93. 93, давай 93, хорошо. Отлично, 93% победили у нас уже Вавилоны, а это значит, что 5000 дополнительно будет разыграны. И вот сейчас Изи на ДДшке прервал, казалось бы, увоз надежды. Ведь если бы сейчас был увоз через центр доставка, секретный мог бы, ну, не 3D, быть на конвейере, но Изи в очередной раз делает огромное количество работы просто для собственного коллектива, секретный не сбивает Born to Love, но увоз, конечно, состоится, но параллельно Директ Хит на ДДшке также отвезет флаг оппонента. Секретный на одну рельсу. Да, возможно, кстати, Изи сейчас надо было стрелять по флагу, а не по псевдовозврату. И это будет возврат доставка от Вавилонов. Возврат доставка, я сказал? Нет, я поторопился. Так все просто, будет размен, скорее всего. Хотя Директ Хит уверенно выдвигается на флагшток, он уже на нем, и тут думает, сейчас простреливать будет по флагоносу. Ну вот теперь уже за 40 секунд до конца с абсолютной уверенностью можем заявить, что Вавилон выигрывает в данном раунде, получает 3 очка и гарантирует себе первое место группы А, с чем мы их, собственно говоря, и поздравляем. Ну а вас, уважаемые зрители, мы поздравляем с заработанными 5000 кристаллов и с правильным выбором в нашей группе ВКонтакте. 18 секунд формальности, Фейс вернет флаг, где Хит доставит, это будет 3-0. А красный коллектив у нас уже находится в меньшинстве. Поняли они так же, как и мы, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Все слова будут использованы против них в суде, и лучше выйти безоружным. Итак, данный матч у нас закончился. Я уже успел поздравить Вавилонов, поэтому мы уходим на небольшую паузу, чтобы все желающие принять участие в нашем конкурсе успели отписаться. Да, уходим на небольшую паузу.